Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. Вот получается, у нас идут боевые действия в направлении Бахмута уже. Значит, хочу сказать, что подразделение спецназа «Ахмат» совместно с другими подразделениями Минобороны России, значит, продолжают выполнять боевые задачи, поставленные перед нами руководством Минобороны и государства в целом. Я хочу сказать, что на данном участке очень достойно, значит, ведут боевые действия как другие подразделения совместно с нами, 4-я бригада 2-го армейского корпуса Луганской области. Значит, хочу отметить, что действительно очень достойные бойцы у нас во всех подразделениях. Вопреки тому, что сегодня некоторые паникеры и ЦИПСО, значит, нагнетают обстановку и кричат во все утюги, что Клещеевка сдана, Бахмут сдан, все пропало. Хочу сказать, что наши бойцы мужественно, героически сражаются. Каждый день уничтожают противника, но тот противник, который сложил оружие и сдался, он остается в живых. И, естественно, когда-то он уже попадет домой. Вот хочу сказать, что вчера было взято, значит, 3 пленных, потом был взят еще один пленный. Вот я хочу вам показать, значит, представьтесь. Голуб Виктор Леонидович. Кем вы являетесь? Какого подразделения боец? 762-й полк. Откуда родом? Днепропетровская область. Днепропетровская область. Вы кем являетесь? Витюк Александр Иванович, 2-й батальон, 22-я бригада, Николаевская область. Я понял. Витюк Владимир Дмитриевич, 22-я бригада. Хорошо. Юхан Андрей Викторович, 22-я бригада. Дмитрий Геннадьевич, 3-я рота, 2-й батальон. Хорошо. Вот где вы взяты в плен? Где вас в плен взяли? В Клещеевке. В Клещеевке, да? Клещеевке. То есть сегодня какое число знаете? 10-е. 10-е, да? На сегодняшний день Клещеевка кем контролируется? Кем она контролируется? Вон. Нами это кем? Российская Федерация? В Клещеевке есть вы? Ваши бойцы есть в Клещеевке? Не знаю. Нет. Если вас взяли в лесном массиве над Клещеевкой, то получается, вас там нет, правильно? То есть, получается, сегодня 10 числа, вот эти товарищи, значит, трое, вот эти трое, они были взяты в плен. Вчера, получается, вот этот товарищ был взят. Сегодня самым крайним взяли вас. Так. А вот этот товарищ был взят, получается, чуть раньше, утром. Вот такие дела. Поэтому просьба ко всем, кто распространяет разные сказки о том, что Клещеевка взята противником, Бахмут взят противником. Мы можем вам гарантированно сказать, что мы будем биться так, что противнику мало не покажется. И вряд ли придется вам радоваться тому, что кто-то взял Клещеевку. Это я говорю нашим врагам. А тем, кто болеет за свою страну, за свой народ, всем хочу сказать, ни о чем не беспокойтесь, все будет хорошо, потому что Россия непобедима. Непобедима она, потому что с нею Бог. А та сторона, на которой находится Бог, не может проиграть той стороне, на которой находится ЛГБТ, Америка, НАТО и их грязь. Так что Ахмат сила, Россия мощь, Аллах велик, Аллаху Акбар. Всем, кто хочет, чтобы они остались в живых, предлагаю точно так же думать, как бы им сдаться в плен и остаться в живых.